Каждый маленький мальчик, особенно в моем возрасте, мечтал иметь такой аппарат, чтобы играть бесплатно. Потому что раньше нужно было играть за 15 копеек. Сейчас я имею такую возможность, я показываю. Просто кнопочку нажимаю. А ну, вон, попал. Потому что долго тренировался. И, пользуясь случаем, сейчас этот аппарат, переделана в нем электронная начинка. Если кто-то может подсказать, где найти мастера, который может сделать его полностью аутентичным, как он раньше был, на транзисторах, резисторах, буду благодарен, потому что найти не могу. Спасибо.